Мы в нашем отеле Vista Sol. Ну, такой отель, 4 звезды. Здесь много иностранцев, американцев, много канадцев. Территория большая. Очень красиво. Тут гуляют всякие уточки, павлины. А Кристина кормит уточек вот. А Лена фотографирует. Ну как прожорливые такие. Смотри, какая красота наверху. Где? А вон там павлин наверху. В отеле Vista Sol. Нам номер понравился. Вот такой балкончик хорошенький. И бассейн. Там какая-то анимация идет. Нет, номер мне очень понравился. Здесь красивее, да? Да, здесь красивее. Вот такие кровати. Столик. Телевизор. Вот и можно этим уборщицу брать. У меня хотела пробники принести и уборщицу брать. Не, надо было это как бы доллар даже. Но потом это. Да не доллар, а долпробник взять. Не, там. Потом я как раз на Шри-Ланку ездила, я купила шоколадку. А песо лучше поменять и все, что на песо поменять. Вот здесь еще выбирается. Ну так, хороший номерок. Большой. Лишь бы ночью не было комариков. Вот это номер мы могли бы все вместе жить. Ну давай тот номер продадим. Здесь вообще, когда заселялись сюда, мы могли изначально на одном номере все жить. Номер большой, и не все такие номера. А ты видела, какие эти бывают? Слышь, мам? О. Номера. Страшные, да, были? Страшные. Я видела по интернету. Ну, а эти вроде такие хорошие номера. Мне вообще мне стиль голубой нравится. Кристина кормит Павлика. Мы пришли сегодня завтракать. Прямо к нам. Павлины все тут как тут, возле Кристины крутятся. Кристина у них кормилица. Вот убежал он. Кристина его за хвост дернула. Иди зови его теперь. Хотела у него хвост оставить на память. Надо было взять быстро и на память взяли дополнение. Они любят очень мясо, колбаски любят. Ела? Да. Сейчас возьму-ка.
корми всех, корми. Давай, 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 давай. Их много стало. Давай, 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 давай. Давай, давай. Вон самого давай, красивого давай, давай, покорми. Давай, самца. Этому самцу дай, самцу, самцу, самцу. Самки не дают. Лезут первые. На. А вот девочка еще пришла кормить. Ты что, хотела хвост оторвать, так дернула? Я больше тебя отрезала. Самцу дай самцу. Он обиделся, ушел. Обиделся, сел там на лужайку. А вон самец с красивым хвостом. Это остров Баунти. Кристина, остров сюда, Саона. Вот пошла. Такой белый песочек. Вот Крисмас. А это Лена по бревну. Да не так, ходит. Так, привет с Доминиканы, да. С острова Саон. Как я учусь? Там виднеется Карибское море. Бирюзовое море. Девочки куда-то убежали, а папа лежит на шезлонге. Здесь песочек кто-то били. Вот такой песочек. Белый-белый. И такое море. Вот это гора Редонда. Мы здесь фотографируемся. И на качелях, и на метлах. Очень красивая природа здесь. Тихо-тихо здесь. Небо чистое. Да, разлеталась.
У девочек фотосессия. Вот они будут сейчас как ведьмочки на метлах. Кристина, сюда поближе. А я видео снимаю. Поближе? Поближе. Раз, два, три. День нашего отдыха на Доминикане. Такое чистое небо. С утра был дождичек. Сейчас ясная погода. Как ты, Лёшечки, вкусные.